Здрасте. Томка. А я гляжу, она не она. Шурик, Садовников. Привет. Я тебя еле узнал. А я тебя тоже не узнала. Ты же в армии. В отпуск приехал. Нет, служу здесь, в родном любимом городе. Военный музыкант. Ты музыкант? Да, я музыкант. Лучше расскажи, как ты. А то после 8-го пропала, и никто тебя не видел. Ну, замуж вышла. Ну, рассказывай новости. Не вышла. Работаю. Вот и все новости. Где работаешь? Киномехаником. Кем? Киномехаником. А, понятно. Между прочим, не торопитесь с выводами. Я работаю в Доме культуры. В Доме культуры? Ну, понятно. А это вам совсем не то, что крутить фильмы в кино. В кинотеатре народ знаешь какой? А тут с умными людьми поговоришь, уже удовольствие получишь. Ну, понятно. Остановка Дом культуры. Ну, ладно, мне выходить. Пока. Тамара, а дома как? Порядок. Полный порядок. Следующая остановка – Дом офицеров.